Включи. Приветствую всех. Это видео я снимаю специально для своего товарища Игоря из Одессы. Наглядное пособие использования литейной установки перевертыш. Так как перевертыш греется в районе 40 минут, мы его включаем предварительно, когда начинает спускаться температура в муфеле. Вот. И когда температура муфеля у нас уже где-то 600 градусов, температура литья тоже приходит где-то на 950 градусов. Металл мы уже забросили, проверяем визуально, что он расплавлен, и состояние досыпаем бурый. Вот. У меня стоит вакуумный ресивер, и поэтому вакуум у меня уже минус 1 атмосфера. Все, металл расплавлен. Можем доставать опалубку. Опалубку мы достаем с трудом. Достаем опалубку. Ставим ее наверх, ложим прокладку и накрываем это все вакуумным стаканом. Все это прижимаем, включаем вакуум, открываем кран. Включаем нагрев и переворачиваем. Все. Так ждем где-то в районе минуты, пока металл полностью сползет в опоку и внутри ничего не останется. Все, может стоять.